Доброе утро. Сегодня я расскажу вам о новой книге Андрея Рубанова. Называется она «Финист Ясный Сокол». Этот роман получил премию «Национальный бестселлер». Это одна из наиболее популярных российских премий, которая вручается за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Сам автор определил жанр своего романа как славянское фэнтези. Славянское или нет, не знаю, но, скорее всего, да, поскольку речь в романе идет о молодой девушке Марии. Она встречает своего любимого Финиста Ясносокола. Встречает и тут же теряет. И для того, чтобы найти его, она должна отправиться в путь и истоптать железные башмаки и стереть железный посох. И вам становится, конечно, сразу же понятно, что в основе сюжета лежит русская народная сказка. И ничего бы особенного в этом не было, и, возможно, даже роман не получил бы премию, если бы не талант Андрея Рубанова. Талант, благодаря которому возникает прекрасный, чудесный сказочный мир со своими героями, со своим укладом жизни, со своими атрибутами быта. Уже сегодня эту книгу называют лучшим романом Андрея Рубанова. Прочитайте ее, рекомендую. Ждем вас в муниципальном объединении библиотек нашего города.